В Иванове в шестой раз открылась ярмарка «Умная книга». Как всегда, это событие в культурной жизни региона привлекло внимание множества ценителей печатного слова. Времена не всегда бывают экономически легкими. Но вы знаете, на самом деле очень важна вот эта воля это сделать. То, что мы видим сегодня здесь, ну, я бы это сравнила, конечно, не в таком объеме, потому что Москва город побольше, с нон-фикшн, где было не пройти от количества людей, но к вам тоже сегодня на ярмарку. Я с трудом пробралась между людьми, которые просто пришли поутру купить книги. Художественная литература, научно-популярная, публицистическая и детская – все здесь, в одном месте, на одной площадке. Некоторые посетители пришли посмотреть, какие направления сейчас актуальны в литературе, и выбрать для себя заинтересовавшие чтиво. Кто-то на ярмарке ищет конкретную книгу. Мы ищем в основном книги, которые нынче получили премию. Большая книга, русский букер, вот такие премиальные книги. Да, я бы не сказала, чтобы очень устраивал. Нет, таких книг не очень много. Не сказать, что книги на ярмарке в разы дешевле магазинных. Цены примерно такие же. Главное, чем заманивает посетителей книжный фестиваль, это огромное количество книг ивановских авторов с их самобытным взглядом на жизнь. Правда, сами писатели в нынешней ситуации в ивановской литературной среде видят один существенный минус. А хотелось бы, конечно, чтобы у нас возобновилась областная книжная книгоиздательская программа. Тогда бы эта работа пошла гораздо активнее. И мы постоянно ставим этот вопрос перед нашими местными властями. Но у нас, понимаете, то дефолт, то еще что-то случается. Сложности с финансированием, культуру где-то немножечко урезают. Вот. Хотя понимание это есть в целом. И мы надеемся, вот я хочу этим завершить свое небольшое интервью, надеемся, что все-таки это дело-то государственное. А ведь мы государство в государстве, наш регион. Хотелось бы, чтобы мы были не в числе худших, не в числе последних, а чтобы вот книгоиздательская программа в Иванове была и работала. Тогда ивановских авторов на выставке продажи будет еще больше. А нынешний ассортимент сможет оценить любой желающий. Ярмарка проработает в Иванове в течение двух дней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.